Рост цен на базовый набор – молоко, сахар и подсолнечное масло – Федеральная антимонопольная служба взяла под особый контроль. Ведомство ежедневно мониторит динамику на социально значимые продукты. В начале года по инициативе Федеральной антимонопольной службы крупнейшие федеральные торговые сети на территории Рязанской области, достаточно большое количество торговых объектов представлено сетями «Магнит» и «Пятерочка», взяли на себя добровольные обязательства и ограничили собственные розничные торговые наценки. Уровень торговых наценок к ценам поставщика на значимые продовольственные товары, перечень установлен правительством Российской Федерации, не превышает 15%, а по каким-то позициям доходит до 5%. В марте торговые сети подтвердили свою приверженность новым экономическим реалиям. Выше 15% максимальная наценка на продукты первой необходимости быть не должна. Это аксиома. Местные ритейлеры правила игры приняли. И, например, на молочную продукцию, бакалею, хлеб, масло, сахар и соль наценка в пределах заявленных цифр. Важно, наверное, для жителей отметить, что на сайте Федеральной антимонопольной службы есть телефон горячей линии, куда каждый гражданин может позвонить и сообщить в управление о факте роста цен не только на продукты питания, но и на любые иные продукты, с которым он столкнулся. Эта информация сейчас аккумулируется нами, аккумулируется по всей стране, оперативно доводится до сведения центрального аппарата, и она позволит нам более оперативно принять меры реагирования и представлять о том, какая текущая ситуация складывается на продовольственных товарных рынках. Если вас что-то возмущает, жалуйтесь. Обращения в антимонопольном ведомстве ждут на электронной почте. Каждый сигнал от граждан проверяют контрольными закупками. И в случае вопиющего нарушения обещают меры принимать незамедлительно. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».